boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Мистер Момент, а это Assassin's Creed Odyssey. Мы закончили прошлую серию на том, что у нас впереди первая большая битва Афин и Спарты. Мы сейчас выступаем на стороне Спарты, и, собственно, вот у нас уже диалог есть-есть, нужно просто согласиться. Ну что, готова сокрушить афинян? Война ждет нас. Ребята, тут, тут у нас жестко, жестко. Так, минус щит. Да ну на! Красиво. Оп, красиво. Оп, красиво. Да, ну на. Так, я вообще пока не особо понимаю, куда мне надо и что, что нужно здесь сделать. Так, вот это здоровую надо, наверное, убивать. То есть, получается, нужно выцеплять самые таких, типа, боссов. Боссов, мини-боссов. Оу. Oh.
Ну что ж такое-то? Почему у меня уклонение не работает? Не получив урон, убейте трех противников в одном бою. Короче, типа, нужно успеть убить. Ага. Солдат убитый 19, капитан убитый 3. Победитель Спарта, проигравшая сторона Афина. Теперь регион Мегариды поддерживает победителя Спарта. Окей. Вот так вот. Несложно, я думаю, будет сложнее. Волк вызывает к себе наемницу. Мы прибудем через пару минут. К сожалению, он хочет видеть только ее. Что? Я сказал, что волк желает... Я слышал, но не понимаю, почему. Таков был приказ. Что ж, ладно. Пожалуй, я займусь своими делами. Ха-ха-ха. Сейчас правда должна скрыться, конечно. Так, что там по снаряжению? Что мы можем сейчас обновить? Во-первых, мы можем обновить... Нет, не можем. Мы можем... Тоже не можем. А что мы вообще можем? О, 9-й. Ой, красивый. Вот этот шлемчик красивый, хороший прям. Сочный. Ну и вроде все. Волк ждет тебя. Ты неплохо дралась. Для наемницы. Волк не любит ждать. И сейчас окажется, что прям на этом обрыве он ее сбрасывал. Не знаю, что и сказать. 100% сейчас так будет. Убийца! Она убила его! Кассандра! Значит, мы обязаны победой тебе. Скажи свое имя, чтобы я мог поприветствовать тебя. Здравствуй, отец. Давно не виделись. Не может быть. Ты упала. Я не упала. Ты сбросил меня. Я сделал то, что требовал от меня спартанский долг. Я смирился с этим. Пора и тебе. Ты же мой отец. Ты должен был защищать меня. Ты совершила глупость. Вынудила меня. Мне пришлось спасать брата вместо тебя. Оракул повелела убить Алексиоса. Ее слово, закон, ты же знаешь. Больше ты не будешь прикрываться чувством Хватит! Долга. Прошлое не изменить. Я спартанец и умру им. Наемнику, который принесет твою голову, полагается щедрая награда. Поэтому ты здесь. Тебе не убежать от прошлого. Пришла пора ответить за все! Ты заслужил смерть, но в мщении нет чести. Ты должен взглянуть в лицо прошлому, отец. И эта участь страшнее смерти. Я не выполнил свой долг. Не защитил тебя. Не спас вас обоих. Я любил тебя и твоего брата. Как своих собственных детей. Но это не так.
О чем ты? Этот вопрос лучше задай своей матери. Стой! Найди свою мать. Зачем? Где бы Мирин ни была, она знает больше, чем я. Ого! Ого! Это как раз сейчас будет поворот, что они, оказывается, дети Леонида. Куда ты идешь? Или внуки. На поиски чести. Остерегайся змей в траве, Кассандра. Мне нужно уходить. Пора вернуться к Варнаве. Кто-то жесткий там бежит. За мной. Не видно нифига. Голову надо уместить. Хера. Лучники, прячьтесь! Укрытие! Живо! Лучник там! Да блин, ну чё же он так разворачивается-то? Да в смысле, ты как уклоняешься? Это законно? Блин, надо, чтобы он сюда забрался. Я его скину тогда просто. Это будет намного проще. Давай, иди ко мне. Да. Идем, дружище, идем. Идем. Сука, попал. Так, надо с тобой сцепиться. Я бегаю быстрее. На. Вернись, малая. Да, кикнус охотник на козлов. Блин, ну у него тычки были жесткие, то есть если бы я еще немножко замешкался бы, то все, в принципе, меня бы уже можно было хоронить, наверное. Блин, освещение меняется постоянно. То краснеет вебка, то не краснеет, непонятно. Посветлее сделать. В общем, ребята, впечатления от игры пока что хорошие. Они еще сохраняются. Теперь вопрос, где я его скину. И где мой труп? Ну, блин, он же не пропал.
В воду он не падал. И где? Блин, я не готов его бросить, там же у него шмотки хорошие были. Весна витает в воздухе. Спарта вспомнилась. Так, стоп, стоп. Это чисто растение. Евбол испуганный? Что? Да блин, куда же труп-то делся? Не, ну он же не мог испариться, правильно? Блин, почему здесь не сделали, как в других играх, типа, на ближайшей местности крестик показывают, где труп лежит? Я теперь, блин, и лут просрал, получается. Я больше чем уверен, но я вот с этого края его столкнул, значит он валяться должен вот здесь, вот в этих камнях. Но его здесь нет. Вообще. Ноль. Единственный вариант, он еще может, конечно, упал. Не, ну он на самый низ падал, я видел, что он прям на самый низ упал. Типа он где-то повыше там прокинулся, но вряд ли. Не думаю. Походу, да. Ой-ой-ой-ой. Хорошо. Ну, чё ж теперь делать? Ну нету. Ну, просрали мы этого чувака. Какие вопросы ко мне? О, меч Николауса. Неплохой вроде. Давайте подлутаем здесь. Блин, я буду угорать, если он реально где-нибудь в воде сейчас плавает. Так, где тут вход? Жалко, под водой факел нельзя достать. Было бы вообще неплохо. Ого. Так, вот здесь точно можно достать факел. Это надо на орлиное зрение, что ли, прокачивать, потому что в такой темноте под водой вообще, ну, сориентироваться очень сложно. Не видно, куда плыть, не видно. Ничего с этим не сделаешь. Так, сундук.
Так, а здесь много чего вообще спрятано. Прям такой клад. Пещера на поле боя. Опять охотник рядом. Так, поговорить с Варнавой. Ну так, ну давайте, наверное, попробуем разобраться с еще одним вот этим вот охотником. Добежим до Варнавы. Я думаю, у нас серия может на этом подходить к концу. А есть другой выход? Я не хочу под водой плавать, я сбужусь. Ну, походу, никак. Походу, никак, придется туда идти. То здесь столько железа. Типа, железо как раз нужно для, я так понял, для этого, для гравировки. Потому что там драхмы и железо сколько тратится. Так, С, С, погружение. Так, вон туда, туда, туда. Так, и где этот крендель ходит? Угу. Ой, девяточка. Можно нанять, кстати, попробовать. Наверх идет. Я могу сейчас скинуть просто на раз-два и опять потерять весь вуд. А почему так, так бы и не сделать еще раз? Че время тратится? Ну, давай, 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 давай. Куда пошел? Куда пошел? Нет, нет, я тебя не отпускал. Кончились стрелы, да ладно. Че, идешь? Ну иди ко мне. А где, 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 где? Около дерева упал. Вот прям вот внизу. Вот, видишь, его сразу видно. Добить наверняка. Лучше ты, чем я. Наручи Тисе. Ты поплавай. А вот на... Блин, вот он куда упал. Он реально в воду упал. Как хорошо, что это подсвечивается, блин, как повезло, что... Если бы не второй наемник, мы этого бы наемника не нашли первого. Двойной лут, двойной лут. Так, давай мне этот. Нет, не этот. Коняшка. Идем до Варнавы. Поговорим с ним. Так, что тут девятый? Ничего крутого, в принципе, нет. Вот наручи Тисея. И типа это должна крутая быть штука. Золото. Типа легендарные. Типа легендарные круче нету. Что там нашел? Фобос, железо. Так, все, двигаемся. Мы как раз успеем дойти и выполнить задание. Ой-ой-ой. Thank you.
тут в лодке. Да, не-не-не, ребята. Не-не-не-не-не. Вы что делаете? Я же дрался вместе с вами, вы что, дебилы? Да почему, чё за глупые механики, я не понимаю. Да куда ж ты? Да что за приколы? Не, я могу, конечно, вырубить всех этих спартанцев. Фух. Хух. Хух-хух-хух. Убила отца? Приемного отца. Ну, думаю, в таком случае боги не будут с тобой строги. Николаус вырастил меня, обучил. Он был моим отцом, хоть и пытался меня убить. Это плохо или нет? Неважно. Не только у тебя были трудности в семье. Спасибо. Я рада, что ты со мной, Варнава. Это взаимно. Как я могу тебе помочь? Найдем мою мать. Она жива, Варнава. То есть... Николаус так думал. Отлично! Слава Гере! Что теперь? Куда плывем, капитан? Первым делом в Факиду. Там меня ждет Элпинор. Он должен мне деньги и разговор. Добро, Кассандра. Заодно можем попросить совета у Пифии. Дельфийский оракул знает ответы на все вопросы. Слова оракула разрушили мою семью. Устами Пифии говорит сам Аполлон. Тот, кто не слушает оракула... может навлечь на себя беду. Если бы мы не стали слушать ее, мой брат не погиб бы, а мать не пропала. Хм. Ну хорошо. Ты знаешь, где искать Элпинора, верно? Он в лагере паломников, но перед смертью Николаус предупредил меня о змеях в траве. Похоже, тебе нужно подготовиться. Пусть лучше Элпинор готовится. Ищи меня в храме Аполлона в Дельфах, как покончишь со змеями. О, Кассандра! У меня совсем из головы вылетело. Твой дом постигла ужасная участь. Тот старый дом? Да он едва стоял. Я Кефалини. На острове свирепствует болезнь. Она пришла из Каусаса. Столько людей погибло. А лекарства нет. Это же та болезнь. Жрец был прав. Только скажи, и мы сразу отправимся назад, на Кефалинию. Спасибо, друг. Я это запомню. Вперед. Элпинору многое придется объяснить. Кредиты Хеликс. 200 кредитов Хеликс были перечислены на ваш счет. Их можно потратить на уникальные награды, нажав Т, меню открытия стор. Что за Хеликс, Феликс, Феликс, Феликс. О, 10 уровень. Ништякос. Ништякос. Тут надо вот так прям хорошо. Судьба волка. Разговор с призраком. Так. Быстренько снаряжение проверяем. У нас 10 уровень, что мы здесь можем одеть?
41-34. Ну, конечно, 41 лучше. 41. И... все, что ли, на этом? У меня еще что-то 10-го было. Или нет? Или только вот эта юбка? Походу, только юбка. Что ж, друзья, на этом мы сегодня заканчиваем. Такие неплохие, насыщенные серии у нас получились. С вами был Мистер Момент. Ссылка находится в описании. Будьте здоровы, смотрите хорошие фильмы и играйте в хорошие игры. Всем удачи и всем пока!